Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать отреставрированную мною картину. Картина сделана на основе керамики. Очень интересная. Но я с ней провозился практически полгода. Что, собственно говоря, почему провозился? Потому что вначале надо было всю керамику отмыть от старых слоев клея и цемента, заново все собрать, сделать основу. Рамка старинная была убитая, подобрать вот такую рамку, и у меня все упиралось в подборе рамки. Но вот я нашел более-менее достойную рамку, на мой взгляд, и все собрал в один день. И вот получилась такая вот хорошая картина. Да, кстати, она подписная. Тут есть подпись. Сейчас я вам ее покажу, эту подпись. Вот видно. Вот. И на мой взгляд, получилось все очень удачно. Так, сейчас я вам покажу ее с обратной стороны. С обратной стороны я все сделал, как говорится, заподлицо, чтобы не было никаких выемов, ничего. И закрепил это все, эту вот фанеру, на гвоздики. Гвоздики желтого цвета. И смотрится все так довольно-таки пристойно, аккуратно. Получается, в принципе, кто, если захочет подарить такую картину, будет очень хороший и достойный подарок. Так что получается, друзья, кому интересна эта картина, пожалуйста, обращайтесь. Она в наличии. То есть, этой картине мы дали вторую жизнь.